Всех приветствую! Это канал Александр Плей, Викинг Музыки. И сегодня у нас с вами рубрика «Играют мои подписчики». Да, что-то мне сегодня сразу аж 3 человека прислали видео, и все хотят выступить у меня на канале. Это будут и начинающие баянисты, и энтузиасты-любители, и даже гении уходящей эпохи, мыслители, творцы собственной музыки. Да, я думаю, что ближайшие видео, которые вы увидите, вызовут у вас особый интерес. С кого же начать, даже не знаю. Ну, давайте, чтобы все было логично, И как вы уже увидели в названии этого видео, начнем мы с начинающего баяниста. Этого начинающего баяниста, еще пока не сильно большого, а такого же вот маленького, как этот викинг, вы уже могли видеть у меня на канале. И может даже и в интернете на его собственном канале вы его тоже уже видели. И в новогоднем концерте видели. Я думаю, вы уже все догадались, про кого я говорю. Конечно, может быть тут и несколько вариантов. Но сегодня у нас именно Христиан Мирзаев. Да, товарищи. Этот маленький, но талантливый и особо интересный человек удивляет меня все больше и больше. Семимильными шагами он осуществляет свое обучение в музыкальной школе, где он учится. Мы, так сказать, далеко друг от друга, но интернет нас всех объединяет. Всего 2 года Христиан учится, 2-й год всего, значит, в музыкальной школе, а уже берет произведения, скажем так, не самые элементарные. Да, не самые элементарные. Ну что, начнем. Христиан сыграет вам первое произведение. Это знаменитейшая «Смуглянка» в обработке Левина. Пожалуйста, Христиан. Спасибо огромное Христиану. Христиана, надо сказать, имеется аж целых 2 канала на Ютубе. Один канал, где Христиан выкладывает видео, как он на баяне играет. Он так, по-моему, и называется. Баянист Христиан. Значит, и 2-й канал, он связан с супер популярной современной темой Android. То есть Христиан у нас гуру Android, может ответить на любой ваш вопрос о том, где что в телефоне найти и так далее. Это у него 2-й, значит, канал. Я ссылки на каналы Христиана оставлю в описании к этому видео. Кому интересно, перейдите, посмотрите его видео. Он там еще много разных пьес играет. Может быть, у вас по телефонам возникнут какие-то вопросы по технике. Как группу ВКонтакте сделать. В общем, вот все эти IT, так сказать, технологические вопросы, вы можете обращаться к Христиану.
Но это еще не все. Теперь Христиан исполнит нам этюд, где в нотах у него супер-мега-мелкие длительности. Ну это вообще потрясающе. Всего второй год обучения. Итак, Нечипаренко этюд, пожалуйста, Христиан. Спасибо огромное за твое выступление. А я напоминаю всем подписчикам, что если вы хотите выступить у меня на канале, присылайте мне видео ВКонтакте. Я посмотрю. Если у вас действительно получается, то там уже тогда придется потом послать, например, через Яндекс или через Google Диск, чтобы я мог скачать, потому что с ВКонтакта там проблемно скачивать. Вот. А если вы думаете выступать, не выступать, вы покажите ноты, присылайте видео, а я скажу. Можно ли выступить? Или, может быть, вообще все неправильно, и тогда уже начнется работа, я вам скажу, под метроном играть, штрихи соблюдать. В общем, бывают разные случаи. Мне сейчас пишут все больше и больше подписчиков. Но, в принципе, это реально более-менее так что-то ответить. Можно сказать, что каждому. Но я боюсь, что в скором будущем такого сделать будет невозможно. Потому что если у человека становится много подписчиков на Ютубе, у него может быть даже такое, что он заходит в ВКонтакте, 500 сообщений, Александр, правильно ли я играю? Вот если будет сильно много, я уж тогда не смогу так делать. Но там уже будут определенные изменения у меня и ВКонтакте, и вообще. Сейчас, например, я уже такие фирменные лайки в каждый комментарий не ставлю, как раньше. Потому что это нереально, комментариев уже много. Так что все комментарии я читаю, но я не могу на каждый прям реагировать сильно подробно. Уже потому что начинается именно вот это вот массовый вот этот поток. Ну да ладно, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все комментарии я вижу, на какие-то отвечаю, на какие-то не отвечаю. В общем, рекомендую к участию на моем канале, к выступлениям на моем канале. А с вами был Александр Плей, викинг музыки, и Христиан, супер-мега-крутой начинающий баянист. Подписывайтесь на его каналы и на мой канал. И ставьте лайк. Всем пока, я исчезаю.